Приветствую, друзья, на канале Коллекция монет. Следующая биметаллическая монета на канале. Монета Великобритании. Номинал монеты 2 фунта. Год выпуска 2009. Материал монеты биметалл. Центр медно-никелевый сплав. Кольцо никелевая латунь. Гурт монеты. Ребристый с надписью. Надпись в переводе на русский звучит как происхождение видов 1859 год. Отношение аверса к реверсу медальное, 0 градусов, вес 12 грамм, диаметр 28,4 миллиметра, толщина 2,5 миллиметра. Отчеканена монета на монетном дворе города Лантризант, Великобритания, тиражом 3 миллиона 903 тысячи экземпляров. Называется монета 200 лет со дня рождения Чарльза Дарвина, английского натуралиста, путешественника. И он один из первых пришел к выводу и обосновал идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют со временем и происходит от общих предков. Ну и вот надпись, которая на гурте монеты, это его труд. В этом труде, в этой теории развернуто изложение, которое было опубликовано в 1859 году в книге «Происхождение видов». Основным механизмом эволюции видов Дарвин назвал естественный отбор. Также принадлежит ему одно из первых исследований о происхождении человека. Ну и считает он, что человек произошел от обезьяноподобных предков. Ну и в общем тут на монете это изображено, то есть зеркально портрет Дарвина и портрет какого-то нашего предка далекого обезьяноподобного. Смотрят они друг на друга, как бы зеркальное изображение получилось. Ну и здесь же вверху надпись «Дарвин», годы 1809-2009, то есть ты родился он в 1809 году, 12 февраля, в 2009 году 200 лет со дня его рождения. Внизу номинал 2 фунта. На оборотной стороне портрет королевы Елизаветы Второй в профиль. Внизу под портретом такие три буквы, инициалы автора портрета, даже не портрета, а данной стороны монеты, скажем так. Ну и надпись Елизавета Вторая. Не помню, в предыдущих обзорах монет Великобритании рассказывал я или нет, что значит вот эти вот сокращение, а это на самом деле сокращение от слов. Ну и можно прочитать эту надпись как Елизавета II, следующей милостью Божию, королева, защитница веры. Все слова, ну, за исключением вот этого, сокращены, потому что надпись это достаточно длинная, на монету тяжело впихнуть, англичане вот так вот сокращают. Вот эту fit def вообще FD оставляют на некоторых монетах. Regina FD, Regina королева, защитница веры. И примерно так все это звучит. И значит, ну и стоимость данной монеты составляет где-то 400-500 рублей.
хотя можно и дешевле купить, можно и дороже. Плюс в буклетах подобная монета выпускалась, она, естественно, подороже. То есть лучше на чеканке, и в пруфе были эти монеты. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте.